Скользкие выходные устроили любители экстремального вождения. Более десятка машин соревновались в дрифте. Это направление экстремального вождения, когда водитель полностью контролирует авто, которое с виду потеряло управление. Местом проведения стала Ниагарская парковка. Редкое для города зрелище привлекло внимание более 150 человек. Попытались сделать безопасную трассу, попытались учесть то, что будет очень много людей на стандартных машинах. Ну и своим примером безопасной организации хотим показать людям, что можно заниматься этим без особых вложений и достаточно безопасно. Десятку гонщиков выписывали восьмерки на асфальте, резко тормозили, проезжали мимо крошечных препятствий, разворачивали машины на большой скорости. Гонщики напоминают, главная безопасность, закладывают такие пируэты на дорогах общего пользования смертельно опасно.